Всем привет, друзья! Давайте сегодня поговорим о местях и что можно с них украсть. Как видите, у меня тут набралось. И как я делаю? Я на эти места очень редко нападаю, потому что я уверен на 100%, что тут уже ничего нету. Но я их держу только в одном случае, чтобы заходить и скидывать, например, воинов. Что, например, у меня там гоблины были. Я захожу, например, к ней и выпускаю всех гоблинов и завершаю бой. И захожу к себе и строю слонов. Ну давайте же посмотрим, что можно украсть вот с таких городов, именно с местей. Здесь тоже надо смотреть, если у нее слабенький город, не слабенький город, а уровень, здесь вынести практически ничего невозможно. Там будут ресурсов. Вот у нее более-менее прокачанный город, и можно что-то украсть. Давайте мы... Коли уже пришли сюда, давайте мы посмотрим, что у нее есть ресурсов. Так. Здесь мы ударим вот так. Отлично. Хотя я говорю, что я на них вообще не нападаю. Бывает так, если нужно, там немножко золота не хватает мне, чтобы, например, на забор. 200-300 тысяч там золота, если не хватает, я нападаю. Но иногда я себе позволяю напасть. А в принципе я их все просто удаляю. Если я вижу там какие-то 60-е, 63-е уровни, я все это удаляю. С новым заклинанием, конечно, сейчас удобно все. Так, ну, все, что нужно было, я забрал. Так, ну вот, немножко я унес. Но это бывает редко, что что-то есть в местях. Ну, давайте дальше. Сейчас немножко там манка достроится. И в этом видео я их просто удалю всех. Буду копить что-то более стоящее. Такие все города я удаляю, оставляя 80-е, 83-е. Ну давайте дальше посмотрим. Вот он у меня вынес 3 миллиона хлебушка, 600 гобов. Давайте посмотрим, что у него есть. За миллион золота вообще не хожу сюда. Завершаем. Ну, как я и говорю, что тут золота нету. Видите? 700 тысяч. Оставляем его, пусть строится. Дальше. Пятьсот тысяч.
Так что, как мое мнение, я вообще бы удалил бы все этих. Ух ты, какой злой. А, вот давайте посмотрим эту атаку. Как я и говорил, что там он. У меня, конечно, это не город. А так, ерунда все. Вот он сейчас сюда пойдет. И вынесет две мои песочницы. Я и говорю, что я здесь, на этом городе, я только забор строю сейчас. Ну где ты там? А, он пошел. Шахта тут стоит, он решил песку взять. Вот плохо, что нету тут перематывать видео. А, это не тот. Этот решил к золотишке пойти. Ну тут я, кажется, ничего не взял. Или взял. Сейчас посмотрим. Да, тут зиккураты их мочит конкретно. Я вот тоже так делаю. Выпускаю вот этого героя. И потом запускаю. Надо быстрее делать ему просто. Было, ну. Много потерял лучников. Ну, я вот, например, не граблю лучника. Ну, вот лучник, смотрите, что он делает. Он бьет все на своем пути. Я одно время, когда начинал играть, я тоже вот лучниками и крал песок. Но это было очень давно, когда я еще не знал, что гоблин покруче, чем лучник. Ну, лучник, он силен, он может разбивать много зданий, но все равно он упертый и может дойти все-таки до песка. Но он дольше строится. Странно, конечно, он нападает, но может нет, вот выпал осколочек. Положил только героев здесь. Эта пушка не даст ему жить. Да. Так он не добрался ни до что. Так, ну что, давайте посмотрим, что у нас дальше. Попробуем напасть на него. 22 секунды. Мы подождем. Вот такие города в основном безнаказанно грабят, потому что я их удаляю. Я вижу только 72 уровень, не знаю 100%, что там нет у него золота, ничего. Даже не проверяю. Ну вот, видите. Пойдем дальше. Ну вот тут можно. Вот видите, даже нету ничего.
Это вы говорю, что лучше их просто удаляйте. Так, это мы сразу удалим. Это удалим. Это все, чтобы не ждать. Удалим. Вот так. Считайте, что вам повезло, что вы не попали в видео. Так, вот есть 80-й. Но я, как и говорю, вот и вот именно вот такие мести я удаляю сразу. Потому что человек именно выполнял задание в турнире братства. Мы его сразу удаляем. Вот то же самое. Тоже удаляю. Ну, тут он напал. Давайте посмотрим, что можно тут украсть. Вы вот видите, нету ничего. Так, этого мы удаляем. Так, дальше. Миллиончик. Да еще и в минус. Вот сколько у меня есть артефактов, я все равно ухожу в минус. Ну что, у 76 уровня больше, чем у меня артефактов, что я ухожу в минус? Так, это удаляем. Вот это уже наглёшь. И главное, уже смотрите, какой уровень и забор прокачан. А, это мой город. Что-то я туплю. Хотел посмотреть, что же все-таки делается. Вот, 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 вот. Это слабые люди делают вот так. Вот хоть что, вот не достать и все равно ударить заклинание. Это ленивые, во-первых, люди. Они не могут добыть себе песку и делают вот такую ерунду. Вот таких терпеть я не могу. Я обычно, даже если нет у него ресурсов, я их разбиваю на 100%. Давайте посмотрим, что у него есть. Городишко у него такой левенький. Давайте посмотрим. Но нету ничего у него. Я говорю, что вот такие, они безнаказанно уходят. Ну что, просто мне тупо тоже взять и бить по хранилищу. Ну меня люди просто засмеют за 28 тысяч, чтобы я тоже ударил сюда. Бред. Но в основном я таких, даже если у него ничего нету, я такой город разбиваю на 100%. Чтоб как-нибудь хоть наказать его. Так, ну что, у нас осталось мало их уже. Как я говорю, я их сразу удаляю, потому что редко очень нападаю. Вот, видите? И смотрите, главное показывает, что в казне есть золото. А все равно ресурсов очень мало. Вот у нее 100% есть и до 10 миллионов, а мне показывает всего лишь миллион. И VIP, и люди тратят, тратят на всю игру, тратят, чтобы купить себе VIP, получать какие-то там бонусы, рубины бесплатные. И все равно люди стараются как-то играть, выживать. Ну что, давайте мы завершим уже. Что у нас там осталось? 72-й. 44 тысячи. Орлами. Давайте посмотрим. Давно я орлов не видел. О, еще такой город был у меня. 5 миллионов.
Да, наверное, он с утра напал. Он пошел по шахте. Думает, что там золото. Надо будет тоже сделать как-нибудь видео с орлами. Хотя сейчас такие шпили крутые, что... Хлебушки нужен был, он хлеб ворует орлами. Ну, он до песочницы добрался. Да ну. Он, наверное, еще не знает, как правильно воровать золото и песок. Так, ну давайте посмотрим, что у него там есть. Вот видите, показывают вроде забитую казну. Миллиончик. Даже страшно нападать на него. Он даже еще не знает, что надо прятать золото. Вот. Зачем мне эти орлы, когда я могу вот так гоблинами красть? Но я решил на него напасть, чтобы там нужно поставить одну стену забора. Так, ну что ты тут, долго будешь? Ну, я говорю, что вот так нет смысла нападать. 500 тысяч всего лишь дали. Так и говорю, что я вот тупо просто эти мести удаляю. Вот видите, нету ничего. Ну, вот тут немножко есть. Ну и тоже 500 тысяч. Все это ерунда. Так, ну что, последнее осталось. Сейчас я говорю, что я решил напасть, потому что хочу поставить одну стенку. Не хватает мне. Уже если начал. Ага, ну этот под щитом стоит. Что у него тут? Ну так что вот, друзья. Как видите, что я не особо заморачиваюсь с этими местями. Я их удаляю. Если уже в журнал. В журнал я именно загоняю именно таких наглецов. Вот таких 88 уровень уже есть.
Так, я на него напасть не могу. Добрать золотишко. Вот таких мы в журнал добавляем. Именно крупных города. Ну, тут он хорошо уже себе оборонил. Тоже VIP. Вот это именно это братство, это донаты. Они кучу тратят рубинов. Городишко такое интересный тоже. Заныкал себе золотишко. Ну, давайте нападем. Я вижу, у него тут есть две казны. Есть у него золотишко? Нет у него ничего. Не нужен он тогда. Вот по месте тоже нету ничего. Так, кого бы еще найти? Вот 85-й есть. Эх, Игореха. Зачем добавил его? Надо будет удалить. Так. Вот не нападаю я на такие города. И здесь такая же ерунда. А, ну вот сюда можно напасть. Сейчас посмотрим. Ну тут более-менее интересно. Так, у нас 101 гоблин. Должно мне как раз... хватить. Так, эту пушку мы собьем. Давайте запустим побольше. Пусть гоблины работают. Так. А мне кажется, что у него золотишко. Или это она, или он. Золотишко тут. В шахтах, я имею в виду. Да, есть и в шахтах. Но я больше не беру. Если мне хватает, там, я беру определенное. А вот таких мы добавляем и с удовольствием с них грабим. Так, ну что, давайте мы поставим. Вот зараза. Вот так вот. Сделаю себе небольшой кусочек тут вокруг. Ну что, друзья. Так что вот такие мести смело можно удалять, нет смысла на них атаковать, там ничего все равно нету. Так что так вот, друзья, всем пока.